Мы без промедления начинаем представление. Мы заперли маму в этом шкафу. Посмотрим, сможет ли она выбраться оттуда. Ребята, представляете, свою маму заперли в шкафу и ключи снаружи. Как она будет выбираться, я вообще не... Ты понимаешь? Нет. Мы не понимаем. Пап, я знаю, что делать. Что? Мы будем помогать. Точно, мы поможем. Друзья, мы, как всегда, самые первые узнаем, когда выходит новая комната в 12 замков. Разработчик всегда смотрит видео и сколько стоит лайков. Чем больше лайков, тем быстрее выходит видео. Поэтому срочно ставьте лайки. Выйдет новая комната, новая игра. И даже наша скоро выйдет новая. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Ну, очень прикольно. Хорошо, что они заперли маму в шкафу, а не... В гробу. Хотя такая серия была, когда чудик был вампиром. Так, смотри, они фокусники. Мы их пощелкаем. Шляпу забрал. Шляпу забрал. Давай поменяем. Что произошло? Палочку забрал. Палочку. Палочку. А Вер... снова забери шапки. Шапки можно забирать каждый раз. А бантики? Какие бантики? Бантики нельзя. Все, ладно, шляпы пока у нас. А, наверное, надо поставить на стол. Взять волшебную палочку. Слушай, а... Ребят, пока непонятно. Прищепка упала. Тряпку забрали. 73,92. Отлично. 73,92. Есть, давай, 5000. Ау! Отлично, волшебная палочка, может можно все замки открыть? Нет, волшебная палочка тут не работает. Так, давай тряпочку положим на шапочку, нет. А почему? Почему она забирается? Непонятно, тряпочку на... Видели? Видели? Закрыл, теперь беру волшебную палку. Делаю чудо, ребята, я только что сделал фокус-покус. Тру-ля-ля. И там кто? Кролик. Ты думаешь? Да. А мне кажется, это две белых веревки. Ребят, вы что думаете, что это такое? Ключ. Тянем. Это ключ. Я прям сказала ключ. Молодец, открыли это, зайка, ключ. Еще раз тряпочку. О, мы сейчас 12 раз достанем. Тянем. Это уже кролик. И что, он не тянется-то? Ладно, давай другую шляпу. Это... Она уже с кроликом, ребята, у нас... Шляпа с кроликом. Непонятно. Сейчас, подождите, еще раз закрыть, еще раз чудо сделать. Что происходит? Это, по-моему, мы можем так чудеса делать бесконечно, и кролик там остается. Ладно, пока оставим его. Веревочку потянуть не получится? Нет. Птичка, что с ней делать? Птичка, давай ее выпустим из клетки. Давай. Абракадабра, клетка откройся. Или накроем клетку. О-о-о! Абракадабра, птичка, исчезни, превратись в ключ. Ты молодец! Классно, я только сегодня говорила и... Абракадабра, птичка, исчезни, превратись в ключ. Да. А где птичка-то? О-о-о! Смотри. Она ключом стала. Ой, это переставлять. Синий в красный синий. Ага, значит это надо сюда переставить. О, они просто тоже могут болтаться. Ясно. Вот этот встает здесь. Оранжевый, красный надо вот здесь. Вот, ребята, оранжевый. Они болтаются прям. Эй, стоять. Стоять. Желтый, оранжевый. Зеленый, синий. Фиолетовый. Зеленый. Фиолетовый. Так вот. Так вот, тик-тик-тик-тик-тик, вот так вот. И последняя. Че, мы где-то напутали, что ли? Ну... Нет. Вот! А, да. Да, точно. Они еще растягиваются и бултыхаются. Есть! Давай 5. Конфетный ключ. Все, открыто. Открываем конфетный ключик. Отлично. Фух. Фух-фух-фух-фух. Так, баночка какая-то. Слайм. Это слайм. Слайм. Шкафчик. Штучка, дудочка. О, дудочка. Шарик. Надо... Шарик. Лопнули. И все. А где что-нибудь? Ребята, мы лопнули. Еще шарик. Еще лопнуть шарик? Окей. Какая-то бумажка. Карта. Бегает что-то. Стоять. Ладно. Может, ее туда надо тянуть? Может, волшебной палочкой? Пиу. О, мыльные пузыри. Надо ему дать слайм. Нет, мы забрали у него мыльные пузыри.
Так. Дай этому малышу мыльные пузыри. Не хочет. Может, ему другое что-то дать? Он вырос и раздавил что-то. Капец, он теперь больше, чем его братья. Ладно, давай откроем желтый ключ. Желтый ключик открываем. Супер, осталось немножко всего, 7 замков. Так, здесь закрыто. Ага, так, здесь мы открыли? Нет! Ребятки, нам надо прогнать ключик до самого верха. Прогнать? Да, прогнать. О, есть такие, типа, головоломки, да, я знаю такие, это мои любимые были как-то. Твои любимые головоломки были? Да. Так, ключ не двигается. Ладно, вот так вот. И вот так вот. И что делать? Папа в шоке. Смотри, вот такие вот, которые так. Вот так вот стоят. Так. Это можно только вверх и вниз двигать. И вот эти вот вправо и влево двигать можно. Хорошо. Бамс! Бамс, давай 5. А что, я же вышел. А, вот ключик, супер. Фух. Ребята, мы справляемся, у нас все получается. Главное верить в себя. Ключ исчез. А, вот он. Ключ исчез. Так, замок не открылся, ключ исчез. Так, ну что мы можем сделать? Слайм засунуть сюда? Нет. Слайм сюда положить? Дудочку. Шляпку. А, шляпку! Какая вверх ногами у нас стоит? Вот. И теперь дудочка. Нотки. Тын-тын-тын-тын. Есть! Достали змею ключ. Ребятки, есть такая... Вот здесь открываем его. Есть такая, папа, знаете... А ты слайм не ложил, он был у тебя закрыт. А я знаю, я хотел дудочки дунуть в шляпку, да. А теперь, может, им надо вернуть эти шляпы? Нет, пока не надо. Пока пусть у нас лежат. Мы с ними что-нибудь придумаем, что делать. Вот что с картой делать? Может, пускай побегает. Побегаем, давай. Может, ей а надо... может, куда она показывает, туда ее и тянуть? Она вообще не тянется. Только я до нее дотрагиваюсь. Отпускаю, и она перелетает. Так, она под ним и тем же... А попробуй ее шляпкой помать. Помать? Слаймом. Слаймом? Ты чё? Ты чё? Ключ есть. Ты чё? Мы бы так, наверное, все время гоняли. Мне бы, наверное, пришлось подсказку брать. Ребятки, кстати, если у вас что-то не получается, первое, посмотрите наше видео, потому что мы проходим эти игры всегда. А второе, вот здесь вот нажимаете кнопочку, подсказочку, небольшая рекламка, и вы получаете ответ. Так, Мишута, что тебе дать? Мишута. Шляпу? Нет, шляпу. О, у него волшебную палку. Губы тут надуваются. Мыльные пузырики. Мы у тебя ее забрали. Мы тебе ее дали. Забрали. А накрой его одеялом. Накрыть одеялом. Он что-то ду-ду делает. Ду-ду. А, он дует. Ду-ду делает. Ду-ду. Короче, надо намочить мыльные пузыри. Ключ. Клуч. 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 Мы клуч нашли, ребята. Замечательный клучик. Итак, смотри, мы видим кран. Можно включить. Крутим его, и он не крутится. Вот можно вешать на разные. Так. А, это трубопровод. Надо подключить к нужному трубопроводу. Чтобы пузырики давай были. Давай, только пока не этого. Давай к этому. Пар. Ага! Пузырики надо найти. Молодец, Аришка. Вода. Ладно, сюда. О, вот. Макаем. Есть, макнули. Даем Мишутке. Мишута, держи. И дуй. Отлично. Пью. Еще надо так куча раз. Ты чё? Это что такое? Ты что? Держи, Мишут. Может, надо их насобирать пока? Давай. Сейчас. Сюда набираем. Мишуте даем. О! Молодец, ключ, Ариша. Ключ собираем. Да, мы собираем это ключ. Это ты молодец. Я до этого не додумалась. Да, мне показалось, это ты придумала. Берем. Есть! Получилось! Потом, я, кстати, думал, что я сейчас его возьму, он лопнет, что надо было еще одно действие сделать. Но нет, все-таки я хватает, тоже, да. Думала. Вот, мыльный ключ. А очень может, прикольно. Можно было бы еще сделать. Еще ключ? А давай попробуем. Давай. Так. Он не отдает. Мы тебя накроем сейчас тряпкой. Мы тебя сейчас палкой волшебной. Мы тебя шляпой зашляпим. Мы тебя ключ по-бэ. Да, бэ. Мы тебе. О, на коробке сидит, позади на коробку. А коробка не шевелится. Так, отлично, давай шарики соберем. О, жонглировать надо.
Папа, смоги, у тебя вот, видишь, звездочки. Это очень... Скидывается постоянно. Давай. Да что ж такое? Сложненько. Тут надо прям, ребята, знаете, сосредоточиться. Раз, два, раз. Нет, это поздно. Поехали. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз. Раз, 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 раз. Два, раз, два. Раз, два. Тут что за фигня вообще, ребята? Это очень сложно. Ну что за... Руки ловите нормально! Что вы криво кидаете? Это я когда жонглирую. Жонглирование здесь это очень сложно. Короче, я просто тыкаю. Как-то получается. Еще чуть-чуть. Есть, я затыкал. Друзья, это самый сложный конкурс в мире. Папа, смотри, тут ключ. Где? На шкафу. На шкафе взял. А здесь, смотри, все. Вот он. Все. Я говорю на шкафу, а не на шкафе. На шкафе и на шкафу. Что, мы все нашли, что ли? Да. Уже? А как это? Мы что, за так быстро прошли игру? Так, одеваем им обратно шляпы. Маму встречаем в шляпах. Готовы, ребята? Внимание! Выходит на мама! 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 Точно, мама, проверили. А то вдруг там демон, а мы бы сразу его выпустили. Нет, это все-таки мама. Привет. Ура, мама выбралась. Да, без нашей помощи она бы не выбралась никогда. Хлоп-хлоп, большой малыш. 9 минут 40 секунд. Выйдет в апреле, ребята, еще как-то... Амина, в животном... Я думаю, это будет приют для животных. Приют для животных, наверное. А это самое первое, да? А вот это вот уже какая-то... Хоть вы и знаете, что она выйдет в апреле, но обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, потому что мы самые первые узнаем, когда конкретно она в апреле выйдет. А еще до апреля выйдет еще одна игра, уже называется «12 замков папы и дочки. Вторая комната». Я знаю, что она уже разрабатывается и она выйдет. А вы сегодня были на канале «Папа и дочки Геймс». С вами сегодня были папа и я, дочка Ариша. Влад, Ники и их мама в шкафу. И ребенок. И ребеночек, который раздавил... Который вырос. Да. Да, хорошие денечки. С каналом. Папа и дочки. Всем пока. Пока.